Всем привет! Сегодня попробуем еще одну игру с открытым исходным кодом. И эта игра называется Super Tux Card. Вот, ее можно скачать под Windows, Mac и Linux. Можно скачать, это какие-то гонки. Кстати, я их ни разу не запускал. Но много игр, которые мы вот так вот посмотрим, я ни разу не запускал. Было бы время, конечно же, позапускал бы, поиграл бы. Ладно, вот у нас репозиторий. Сейчас попробуем скачать и собрать эту игру. Так. Что нам там? Git клон. И откуда этот демон взялся? Так, сейчас еще раз вот так вот. Так, клонируется. Что у нас тут есть? У нас тут есть документация под Android даже есть. Ага. Brev файл. Это да, это под macOS. Что-то там система Brev. Типа тут как apt-get install, а там, по-моему, Brev. Можно устанавливать. Так, есть make файл. И вроде больше ничего нету. Добро. Надеюсь. Так, что-то надо. Для игры надо NVIDIA GeForce 8 серии или новее. Ну, как бы не особо прям тут большие требования. А также 1 ГГц или быстрее. Видео памяти 512 и 800 мега. Короче, в идеале должен быть еще джойстик с 6 кнопками. О! Так, что у нас скачалось, да? CD-STK-код. ELS. Так, давайте запустим Midnight Commander, наверное. Build и запустим CMake. CMake. Так, ну это гоночки, да? Ой-ой-ой, блин. Что тут не нашло? Что такое? Что тебе надо? А ну-ка, где тут? Ice Connection. Не, found, а что не нашло? Что-то я не вижу. А, вот какой-то. Blue yes. А ну-ка, что это такое? Сейчас посмотрим. В этом, в синаптике. Короче, в репозитории что-то по блюез есть, но не то, что надо. И вот нашел такой совет. Вот так вот надо сделать. То есть выкачать. Ну, это Bluetooth, да? Это, я так понимаю, для связи с джойстиком, что ли? Зачем Bluetooth? Ну, скорее всего, для связи с каким-то устройством, с помощью которого можно будет управлять. Ну ладно, я делаю вот это. Ну как бы, если это не получится, то вы, конечно же, этого видео не увидите. Вот. Так, сейчас докачивается. И попробуем собрать. Сейчас разархивируем. Так. Распаковали. Где тут блюдец? Во. И что нам надо? Сконфигурить. Ну, все по этому. Конфигур. Надеюсь. Блин. А ему что надо? Error. Lib iCall требуется, да? Ладно, последняя попытка. Посмотрим в синаптике. Ну, как? Можно и установить эту игру. И не париться. Есть либо айкол какой-то есть. Хорошо. Так, устанавливаем. Ну, это можно было бы сделать и с этого. Так. Так. Но решение находить можно, да. В интернетах советуют, да, что делать. Сейчас поставим этот и попробуем установить. Ну, это какие-то гонки. Насколько я помню, я где-то видел, да, то там пингвин типа сидит и управляет картом. И все ездят и соревнуются.
Так, давайте еще раз. Ну-ка, ну-ка. О, нормальды, make. Надо было запускать несколько потоков. Ну ладно, пусть так. Сейчас make пройдет. Ну, reboot я делать не буду, потому что прервется видео. Вот. Так. И make install. Сделаем. Ладно, ставлю на паузу. Так. Собралась, и я выполнил сюда make install. Теперь надо вернуться вернуться и запустить CMake. Да что ты будешь делать? Походу все-таки надо будет перезагрузиться. Ладно, попробую потом, если что, видео склею. Короче, перегрузился, не помогло. В результате помогло вот это. sudo apt-get install lib-bluetooth-dev. Ну, это набор для разработчика, то есть H-файлы там и библиотеки. Ну, там статические обычно или могут быть еще какие-то. Короче, после этого запустил CMake, но теперь ругается вот на что. И говорит, либо скачай STK Assets, либо с этим флагом. Вот я теперь даже не знаю, что делать. Давайте попробуем с этим флагом. Вот так вот. Ну, надеюсь, игра соберется. Вот. Короче, на какие были проблемы, да? Ну, проблема была то, что у меня что-то с Bluetooth. Я, наверное, удалял, либо не доставил. Все. Так, в принципе, конфигурация прошла. Ну, давайте теперь Make J10. Попробуем собрать. И понеслась сборка. Есть. Соответственно. Что, соответственно? Давайте я, наверное, все-таки вот это оставлю, да? То есть будет в описании раз. Двас и трис. Три ссылки. Так, может быть, тут, кстати, есть вот этот ассетс или STK. О, так тут дофига есть. STK аддоны. Зависимости. Опачки, едитор какой-то. Игра, как мы видим, написана на языке C++. На языке C++. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь файлик. О, main есть. Я так понимаю, тут все... А нет, смотрите, сколько здесь всего. А ну-ка, main. Вот она, main. И что мы тут видим? Ну, мы видим, да, что под Windows, ну, короче, это мы и так видели вот здесь, то, что это есть под Windows, Linux и Mac. Так, и что у нас тут? У нас тут идет разбор командной строки. Да, то есть сервак можно запустить, либо подключиться, не знаю. Так, довольно-таки немаленькая функция main. Есть. Ага, сервер. Setup restart. Ехит минус 3. Короче. Что у нас тут со сборкой? Ай-яй-яй, есть даже ворнинги. fgets увидел сишная функция, да? Так, main loop. Это что, главный цикл какой-то? Ну-ка. Main. Ну да, тут main нету. Ну, короче, можете поразбираться. Если у нас это сейчас все добро запустится, то есть над чем поработать. Да. Так, ну что там, собралось? 100%. Давай-ка. Супер тюкс-карт. Есть, вот у нас бинарник, и вот он у нас 16 мегабайт. Ну, давайте попробуем запустить. О, начинается. А, чё тебе надо? Not found.
Model Music. Короче, 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 а что надо? Ему похоже. Да. Смотрите, ему надо такие директории, как дата на два уровня выше. Раз, два. Дата есть. Хорошо. А что не так? А, это все есть. GUI, да, это все есть. Это он сейчас пишет, чего нету. Нету library, нету models, нету music. Дальше есть replay, я вижу. Дальше нету track, SFX и т.д. и т.п. Вот так вот, приехали. Приехали. А где это все взять? Я что-то здесь не вижу. Надо... Так, что это у нас такое? Здесь, не знаю, что-то это доны какие-то, это не то. Ладно, я понял, сейчас буду искать, где это все есть. Короче, все-таки, мне кажется, надо вот это вот скачать. И это лежит, ну, не на GitHub'е, а на SVN сервере. Короче, надо мне установить... install subversion. Так, ща поставим и склонирую, вытяну я еще одну ветку, и там, наверное, так, смотрите, написано код, дальше дата, данные, да, походу вон там данные. Вот я просто собрал код без проверки, а надо было еще вот это вот сделать. Да. Добро, сейчас у меня установится SVN и продолжим. Так, SVN установился, теперь пробуем выполнить эту команду. SVN, SO и непосредственно ветку, да? Да, вон, смотрите, треки качаются, то, чего не было. Давайте посмотрим, треков не было, вот. Значит, еще должны быть текстуры, library, модели и музыка. Музыка, треки качаются. Смотрите, немало этих треков. Ну, я так это понимаю. Ну, треки, дороги, трассы. Так, что я тут еще открыл? Что-то я клацал. Я, наверное, вот эти все ссылки оставлю. А вы разберетесь, какая кому нужна. Вот, и тут такой комьюнити. И в этом комьюнити для программистов, для всяких там артистов. Ну, оно не так переводится, блин. Ну, для всяких там людей, которые что-то там могут, наверное, нарисовать или еще что-нибудь. Фиг его знает. Так, для любого репортинг проблем... Так, вот здесь можно делать машины, треки, текстуры. Давайте посмотрим, что с треками. Ну, я так понимаю, это довольно-таки популярная игра. Так. Вот тут все расписано. Вы должны прочитать следующее, да? Да, чтобы войти. Короче, здесь расписано, что, как и почему. Можете, в принципе, наверное, посоздавать эти помочь в создании машинок, текстур и всего такого. 3D Model Guidelines. Так, как создавать 3D модели? Ух ты, а что не используют? Блендер используют. Во! А я его удалял. Видео там, где рассказывал, как удалять пакеты, взял и удалил блендер. Теперь я, получается, что? Не смогу, что ли, попробовать? Надо посмотреть, как устанавливать блендер. Если вам нужно видео, как устанавливать блендер, то, конечно же, пишите. Так, короче, долго качает. Я, наверное, нажму на паузу, а потом продолжим. Итак, все скачало, и теперь, походу, мне надо это все скопировать вот сюда. Дата.
И вот это все, походу в дату. Ну давайте F5. Скопировал и попробуем запустить супер-супер. Так, супер. Опачки, ребятки, запустилась. Ура, поздравляю. Запустили крутую игру. Ну, пока выглядит симпатично. Что такое yes, но я вот так не люблю вот это все читать. Может подсоединиться для загрузки аддонов и всяких апдейтов. Ну, не надо. Local name. Да, вот так вот. Так. Story. Single player. Не, смотрите, симпатично. Симпатично. Options. Так, что у нас в options? Players. Online. User interface. Display FPS. Давайте. Так, графика. Разрешение. Давайте, наверное, full screen не будем делать, потому что screen recorder, simple recorder так себе это пишет. Так, подожди, а какие у меня сейчас пропорции? Где? А где? А что мне? Блин. General Graphics. Так, у меня 4 на 3. Давайте такую же пропорцию оставим, только больше разрешения. Да, 1200. И play. О, ePlay, есть, keep, оставить это, оставить, нормальды. Так, user interface, контроль, language. Давайте language поставим какой-нибудь, чтобы можно было нормально разговаривать. О, белорусская мова есть, нет, нам русский. А где тут ePlay? А как, собственно говоря, не, а где, а ePlay нету, что ли? Мне кажется, что он где-то есть, но давайте еще раз. А ну-ка, Enter. О, сразу, о, нормалек. Так, подключаться, профили, графика, это все мы выставили. Давайте попробуем поиграть. Ни разу не запускал эту игру. Смотрите, есть редактор Гран-при. Короче, ну, выглядит симпатично. Смотрите, даже обучение есть. Ай-яй-яй. Ускоряйтесь при помощи сейчас я это... секундочку. Так, а как? WASD не работает. Работает только вот реально стрелочки. Так, и мы такой пингвин довольно серьезный едем. Избегайте бананов или баранов. А, банан, избегайте бананы. Наверное, избегайте. Ах, блин, а как сказать? Избегайте бананы или избегайте бананов? Как-то избегайте бананов, как-то не то. Это, походу, надо стрелять. Вот я пробел нажал, смотрите, и соберите нитрозаряды. Да, не вопрос. Сейчас я соберу вот этот нитрозаряд, возьму еще вот. Тот мне не надо был. Вот этот мне надо. И вот этот. Ну, в принципе, я сюда хотел просто, наверное, поехать и глянуть. Но ничего интересного нету, заехать не могу. Давайте пробелом. Что такое? Бензин кончился или что? Не, ехать дальше не могу. А как так? Значит, надо где-то вернуться на трассу. Ну, кто-то скажет, да, 2019 год, графика, говно. Ну что ж, бывает и такое. Зато исходники есть. Можно посмотреть, как тут что сделано. Не, когда есть исходники, это очень круто, потому что всегда можно подсмотреть, ну что-то, да, там, а как загрузить модель, да? Вот это уже 3D-игра, наверное, вторая или какая. Блин, куда-то я полетел. Когда вы в беде, нажмите Backspace. Нажал Backspace, круто, меня спас Орел. Короче, давайте я обучение пройду, давайте одиночную игру. Мне выбрать, на ком я буду ездить. Ага, смотрите, даже есть система какая-то вот типа достижений, да? Я так понимаю, надо пройти. Ну, давайте. А пофиг, я не знаю, кто это. Любитель, новичок, эксперт, супер такс. Тоже закрыто. Давайте эксперт. Я не эксперт, но давайте эксперт. Никаких усилителей, только навыки вождения. Карт здесь немало. Я вам скажу. Гран-при забыл. Короче, здесь надо проходить. Остров вулкана. Число кругов. Давайте один.
Давайте один. Давайте сейчас быстренько проеду и все, и на этом закончим. Итак, не жмите газ. Блин. Музон даже какой-то есть, он внизу показывает, но я его не слышу. И вы его не будете слышать, потому что Simple Recorder не захватывает. Нужна только ABS Studio. Ну ничего, ничего. Сейчас я его догоню и накажу, да? Где тут N? А, у меня один круг. Смотрите, нитро включил и понеслась, понеслась. Наверное, здесь... А что это он включает такое? Ух ты, блин. Джойстиком, наверное, конечно же, будет лучше. Еще одно нитро. Так, а я впереди? Нет, так, да, какой впереди? Я вон сзади. Ну, я ж, по-моему, эксперта выбрал, да? Не, ну, в целом, вроде неплохо, да? Вот так вот чисто посидеть, отвлечься, да, там. Сидишь, работаешь, потом думаешь, а что бы мне поделать? Зашел пару кругов, проехал, и нормалек. Графика не очень, но она простая. Вот. Так, я походу приеду вторым. Нитро. Все, нитро у меня закончилось. Это какая-то лава. Да, кстати, интересно будет и посмотреть. Это ж открытый исходный код. Соответственно, здесь исходники и моделей, и всего-всего остального. Вот, ну, в принципе, неплохо. Собралось, сложности, в принципе, по сборке не было. Все вроде хорошо. А почему FPS-ов я не видел? Сейчас я просто включу абы что-нибудь, чтобы посмотреть на FPS. Есть где-то отображение FPS или нет? А, вон, кадров в секунду 61. Ну, здесь, походу, просто ограничено 60 кадрами и все. Ладно, понял. О, верблюд, давайте верблюда попробуем въехать. Дынь, а ему все равно. Так, ладно, выходим из гонки. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.